машина – это универсальный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра тонких работ по различным материалам. Это незаменимая вещь для людей, любящих мастерить. Она может использоваться самыми разнообразными насадками, шарошками. А вид выполняемых работ зависит в основном от используемого сменного приспособления. В качестве насадок используется гравировальный резец, точильный круг, проволочная щетка, полирующий наконечник, шлифовальные и режущие диски, буры, мини-сверлы и прочие приспособления. Одним из интересных вариантов является модель «Экстра», выпускаемая фирмой «Омакс». Являясь одним из лучших по комплектации, в комплекте идут 236 насадок. Набор упакован в удобный пластиковый кейс. Безредукторная высокоскоростная бормашина снабжена цанговым патроном и высокодиапазонным бесступенчатым регулятором оборотов. Частота вращения регулируется от 8000 до 30000 оборотов в минуту, что обеспечивает удобство при проведении широкого спектра работ и минимальные вибрации на корпус. Мощность бормашины 135 Вт. Помимо многочисленных насадок с 3-мм хвостовиками, в набор входит несколько цанг под другие хвостовики, позволяющие использовать насадки других производителей. Гибкий вал и удобный при его использовании телескопический штатив. Приспособление для пропила пазов, регулируемым по высоте ограничителя. В наборе также дополнительная маломощная 12-вольтовая машинка с разъемным сетевым адаптером. Удобная для мокрого шлифования работ с высокой степенью точности. При желании ее можно запитать от аккумулятора. А теперь мы продемонстрируем нашу бормашину в действии. Универсальный бор применяется для нанесения на металлических изделий различных гравировальных надписей. Отрезной круг в действии. Шлифовальная кисть применяется для зачистки металлических изделий от окалины. Использование гибкого вала применяется как с целью шлифовки металлических изделий, также для их гравировки. Вспомогательную мини-дрель используем для заточки режущих изделий. Также использование малогабаритной дрели.
применяется для сверления печатного монтажа при изготовлении радиотехнических плат. Быстро и удобно, тем более для такой продукции, как Омакс. Мощная, компактная, удобная бормашина Омакс – это идеальный инструмент для выполнения тонких работ как любителями, так и профессионалами.